Смотрите, я хотел продолжить разбирать интересные японские выражения. Давайте начнем. И первое это будет «укитамару», означающее «принять или пережить». Принять, пережить. Например, «шоко, шоко, укитамару». Пережить шок. «Шоко, укитамару». «Хихано, укитамару». Принять критику. Принять критику. Слово это у нас «утатане». Означающее «взремнуть». Стоящий утатанео сыру. Немного взремнуть. И суде утатане. Дремать на стуле. Такие довольно интересные выражения, друзья. А утитамары, он больше переводится, на мой взгляд, пережить. Пережить. То есть выдержать, допустим, критику или атаку какую-нибудь. Атаку утитамары. Пережить атаку. И всем большое спасибо, друзья. Мы продолжаем.